Город – это большая квартира, и наводить в ней порядок должны все жители, в том числе с помощью такого доброго дела, как субботники. Так считают представители администрации Московского района города, депутатского корпуса, а также небезразличные к внешнему облику Бреста горожане. Место встречи выбрано не случайно. Это так называемая тропа здоровья, которая берет свое начало от канадского моста Брестской крепости, пролегает вдоль старого порта, по левой стороне реки, выходит под путепровод в створ бульвара Шевченко и заканчивается длинная дорога у Суворовского моста. Много брестчан не знают, что здесь такие замечательные места, поэтому мы решили здесь провести этот субботник, навести порядок в пойме реки Муховец. Тем более, что наш город стремительно, особенно заречная часть, развивается. Я думаю, что со временем это станет еще одним замечательным местом отдыха для наших горожан. Здесь у нас по расстоянию вот от этого моста идем мы до Евроопта вдоль реки Муховец, территория. Достаточно большая. Идея вдохнуть в тропу здоровья новую жизнь принадлежит общественным организациям города, подхватили ее и депутаты. Задача общими усилиями облагородить экологически чистый уголок Бреста. Эта тропа уже имеет и официальную нормативную базу. Почему? Потому что она включена в концепцию развития города Бреста до 2050 года «Симбиосити». Я думаю, что общими усилиями мы эту тропу сделаем привлекательным местом для пеших и велопрогулок наших брестчан. Благоустроим эту территорию, будем здесь поддерживать порядок. Фронт работ оказался внушительным. При помощи коммунальной службы города занимались плановой обрезкой насаждений и избавлялись от бытового мусора. Поддержали Октябрьский субботник, активисты БРСМ и любители двухколесного транспорта. Участники объединения за Велобрест, Радея, Колобок, Байк Брест. Субботник оказался действительно показательным и массовым. Что удивительно, что стоит у нас большой контейнер. И народа много, но мусора собрали мало. То есть в Беларуси у нас довольно чистая страна. Вот, и несмотря на неблагоустроенность, нет контейнеров для мусора, еще что-то, все-таки мусора у нас мало. Это очень здорово. Если мы все-таки сделаем такую тропу от крепости до Голубых озер, вот, это будет очень здоровая, отличная тропа для народа, для наших детей и внуков. Виктория Саченко, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.